В этом видео хочу поделиться с вами очень удобным приложением по поиску дешевых авиабилетов по разным направлениям, не только внутри страны, но и за границей. Им пользуюсь сама Aviasales приложение. Здесь выбираете, например, куда вы хотите отправиться. У меня тут Москва стоит, да, выбираете даты, ну, к примеру, с 27 да, по 4 число. И в приложении вам сразу же отображаются самые дешевые, самые удобные варианты перемещения. Вот очень много всяких, вот все билеты открываете, да, списком, и выбираете, какой самый оптимальный для вас будет маршрут движения. Вот, то есть все здесь есть. Например, вы выбрали себе билеты, это туда-обратно, узнаете подробности. Вот, багажа нет, ручная кладь 10 килограмм. Очень часто попадаются билеты и ручная кладь 10 килограмм, и багаж. Вот, здесь можно, обратите внимание, создать подписку на цену, то есть также установили даты, можно поставить там прямые рейсы, подписаться, и вам на почту будет приходить уведомление, если цена снизилась. Еще мне приложение очень нравится, вот этот раздел «Горячие билеты». Посмотрите, здесь вот, например, из Читы, да, из любого другого города может поставить, куда, до Москвы есть, до Сочи, до Иркутска, до Питера, Новосибирск, Хабаровск, то есть здесь действительно можно найти очень дешевые билеты, как с пересадками, так и без пересадок. И что еще? То есть, например, куда-то за границу. Давайте на Пхукет слетаем, выбираем даты нашего путешествия. К примеру, вариант, да, билет на одного человека туда-обратно. Вот, смотрите, самый дешевый билет. Здесь могут попадаться вообще билеты прям очень дешевые. Там за 20 тысяч недавно я видела до Пхукета. Чартер самые быстрые. Здесь все условия прописаны, что в некоторых вариантах нужна виза для выхода в город, если вы в какую-то другую страну путешествуете. Ну вот в данном случае без багажа долетаете до Иркутска. Дальше прямой рейс с Аэрофлот Иркутск-Пхукет. Ну вот, как вариант. Так что пользуйтесь и экономьте на своих полетах.